Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. На первый взгляд может показаться, что мы находимся с вами в Припяти. Но в Украине есть помимо Припяти еще другие города-призраки. Некоторые из них я вам уже показывал, такие как Припять, само собой, орбита. Это что-то, на самом деле, очень похоже на орбиту. В орбите я был 3 года назад, там просто стоит 2-3 несчастные 9-этажки. Здесь же домов намного побольше, здесь порядка 10 вот таких вот 5-этажек. Большинство из них брошены, но в некоторых из них живут люди. Люди здесь не очень такие общительные, их немножко бесит, когда вот такие вот люди, как мы, приезжают, тут что-то ходят, смотрят, кто-то просто ходит, смотрит, снимает, а кто-то...